Київ інтерактив зі Світланою Василенко Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 ФМ. ви зараз слухаєте Київ Інтерактив. щобудня? Ми збираємося тут у 21.30, Задля того, щоб обговорити і щоб ви отримали максимально практичні відповіді на ті теми, які ви просите обговорювати у нашому ефірі. Власне зараз ви нас дивитеся також на ютуб каналі Київ 98 ФМ. Ви знаєте, як я люблю ті... Ручки і пальчики вгору, коли ви ставите під відео, коли ви коментуєте, коли ви підписуєтеся, якщо досі цього не зробили, на наш YouTube канал Київ 98. fm Звати мене Світлана Василенко, і сьогодні ми з вами будемо. Що? Ми сьогодні будемо фотографуватися. У нас сьогодні професійний фотограф у гостях. У нас сьогодні Тетяна Бонзило. Я вітаю у цій студії. Здравствуйте. Власне, я хочу почати з того, що мені найбільше болить до якогось певного часу. Я вважала, що я геть не фотогенічна. Чи бувають справді нефотогенічні люди, чи це проблема того, що вони не вміють показати свій якийсь найкращий бік, чи це проблема фотографа? Проблема самого чоловіка. <людина> в принципі, не буває ні одного чоловіка, який би плохо вийшло на фотографії. Головне, це підготовка. 90% зйомки — фотосесії, взагалі, съймки, це підготовка. Якщо ти себе подобаєшся в зеркалі. Если ты хорошо накрашен, если ты красиво одет, вообще даже аромат, на тебе, который тебе нравится, у тебя совершенно другое настроение. Еще э, очень круто, когда музыка сопровождает, э, например, если это о съемке. Если селфи это то же самое, правильный ракурс, правильный свет. Э, и вообще, как это? Це ти не фотогенична? Я, смотрю, да, я, 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 я серйозно кажу, що десь... уже хочу тебе. з своєю улипкою, з твоїми емоціями, дуже красива мімика, класний, яркі очі, тому... глаза. Ну, я все не... напросилася на компліменти. Але справді був період, коли э, я вважала, що я дуже погано виходжу на фотографіях. Як -то кажу, коли з'явилися ті смартфони, коли почали от так масово фотографуватися. Але э, мені допомогли різні. Різні шоу, які е, спостерігають за моделями, які фотографуються. Чи варто переглядати? Ну, от мені допомогло. Але чи не може це стати потім проблемою на фотосесії, коли люди, передивившись у цих топ-моделей, починають е, ну, по суті жиманнічать, грати якось і не розкриваються? Тому що, як на мене, фотосесія, це якесь внутрішнє. Да, це внутрішнє стані чоловіка. Взагалі все залежить, всі фотосесії різні, є різні, які там. темы, например, да, если это модель, модельная съемка, например, лукбук или еще что-то там определенно, там нужно уметь позировать, нужно правильно уметь стоять, там руки, ноги, что правильно стояли, но это все контролирует фотограф. Если это индивидуальная фотосессия, чтобы ты раскрылся, там, например, да, Тут, конечно же, нужно естественность. Естественно, вам нужно, чтобы была команда, с которой вам комфортно. Фотограф, ну, я, например, чувствую очень людей. Мне очень важно раскрыть, раскрыть именно тебя. Естественно, по позам, по каким-то удобным удачным ракурсам. Это я все контролирую в процессе. Не обязательно ко мне, например, приходить на съемку и знать все позы. Я не очень люблю, когда очень сильно позирует, Потому что это выглядит неестественно, зажато, и все равно есть какие-то моменты, есть определенные правила, которые я могу проконсультировать, например, перед съемкой человека, да, я задаю некоторые вопросы. и вообще я веду как такое такие лекции периодически как подготовиться к фотосессии как раскриоститься э, и комфортно себя чувствовать вообще на съемке от, от многих факторов зависит но в принципе и от человеческих все люди разные вот у меня например, на детях это вообще очень сильно проявляется видно что взрослый еще как-то уже себя понимает а дети и Я их просто вижу, вот просто с первого кадра. Есть открытые, которые, и видно сразу, даже как в школе человек, например, ребенок себя там ведет, например. Да, сразу же в съемке они не умеют играть. Они просто, в съем... они могут играть тебе до съемки, но уже в кадре они все настоящие. И естественно, нужно помогать всем. Да. Ты сказала, что для того, чтобы фотосессия, чтобы съемка была вдалую, треба подготовка. Какая подготовка? Что требует быть обовязково? Обовязково, во-первых, это нужно, чтобы вы с фотографом поняли друг друга, что вы хотите, чтобы фотограф понял, например, да, что вы заказываете, вы заказчик. Для этого я вообще рекомендую референс создавать. Это, не, это может быть референс, это такие картиночки, примеры того, что бы вы хотели, какой образ, какие там, ну, атмосфера какая должна быть на фотографиях, там это, или вы хотите такие веселые, праздничные, на розовом фоне, грубо говоря, я утрирую все, естественно, или такие глубокие, с таким очень контрастным светом, и потом уже фотограф понимают, что вы хотите, и естественно мы понимаем, в какую студию порекомендовать, какой макияж сделать и так далее. можете собрать один референс, я могу его подкорректировать, исходя из своего опыта, что будет лучше, например, по одежде и так далее. вообще рекомендую на съемки, если вы уже делаете съемку, не экономить на э, стилисте, не экономить на визажисте, это очень важно. вы себя, вы когда перевоплотитесь Увидите себя вообще с крутой такой стороны, когда из вас сделают еще красивее, еще конфетку, ну, понятно, да, не такую, как вы себя каждый день видите. Вы еще больше войдете в этот, вы себе понравитесь. А еще очень круто, когда я делаю несколько первых кадров, и я показываю это клиенту, ну, человеку, моему модели, и тогда... Ну, во-первых, я понимаю, что мы друг друга правильно понимаем, вот такой свет мы хотели, например, или можем чего-нибудь там добавить или фильтрик, ну, что-нибудь там убрать, что-то добавить, неважно. То есть человек должен себя видеть. И когда человек видит, что он классно, там уже классные кадры получились, там, да, и все. И получается, что человек уже открывается, раскрепощается, он уже спокойный, кадры у него есть классные, здесь можно поэкспериментировать. И я еще люблю, кроме классических каких-то там, ну вот у нас есть позы определенные, там мы делаем портреты, полный рост и так далее. Я еще люблю сделать несколько фотографий супер креативных каких-то, очень интересных. И она дополняет полностью фотосессию, она становится еще интереснее. Потом, когда вы пролистаете, это такой прям какой-то фэшн, супер пупер или там какие-нибудь эффекты. Я люблю делать длинная выдержка или каком-то там. Ну, очень много разных у меня приемов, поэтому э, да, это отдельная тема вообще для целого эфира. Дорогие, с кем легче пропитываться? С человеками или с женщинами? Мені взагалі легко з всіми, в принципі, працювати. Ну, хто, хто легше віддається, як то кажуть, фотографу і фотокамері? Мені всі віддаються. <реш> <реш> Красива фраза. Ну, до речі, наш колега Андрій Карнаухов, він якось сказав, Таня це єдиний фотограф, який може мені зробити. Іншу фотографію, ніж я постійно у соціальних мережах, тому що в нього є одна поза да, і вигнати да. з неї Андрія ну просто нереально. ну розказуй про прийомчики, якими можна вигнати людину, яка вже прийшла з якимись такими своїми позами. Оцю. я тут фешн надивився дати в інстантію. цьому чоловіку 5 хвилин попазувати просто, пускай зробить ці пози. И потом я аккуратно начинаю корректировать, все круто, хорошо, а давай, и я просто делаю из него другую позу абсолютно. А давай, вот это вот классно, ты так стой, говорю, только давай там, например, ножку сюда, ручку туда, ты вообще вот здесь сядь, вообще говорю, расслабься, сядь, и э, кайфани, сейчас я посмотрю на тебе свет. И начинаем. Я начинаю типа смотреть свет на нем, на этом человеке, и начинаю: а давай здесь посмотрим, а давай там посмотрим. И у меня уже начинается фотосессия. Человек уже не понимает, как, но он уже делает то, что я ему говорю. Ну, в общем, вот так вот. Это как-то так на подсознательном уровне. С какими найдивнейшими проханиями до тебя приходили клиенты? Я такой э, сама э, супер э, экспериментатор, что меня ничем не удивишь, Ну, такого прям э, супер. Э, Необычного что-то не было. Для... Скорее всего, я предлагаю э -э 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 -там -на творческие какие-то съемки периодически делаю. Скорее, это я могу удивить больше, наверное, чем меня. Меня пока еще никто не удивлял. No. И, и, ну, так прям я, не... ну, ничего такого, прям сверхъестественного. Меня клиенты не просили. Наоборот, я еще их больше к чему-то подвожу. Давайте по креативе У меня есть э -э дизайнер, но ну, я со многими дизайнерами работаю, у меня есть одна такая. Дизайнер, моя любимая, ну, одна из моих, всех люблю, конечно, но у меня. У нее такая позиция. Таня, значит, у меня сделай все по референсу, что я попросила, и поэкспериментирую, как ты хочешь. Можно у вас и зайдет, иногда бывает. в основном эти фотографии все идут в журналы, те, что я экспериментирую, потому что я все равно по-своему это смотрю, вижу полностью, когда образ создан, например, да, модель, я вижу, в каком она луке, какой макияж, где, какая у нас локация, тогда я уже понимаю, как можно с этим поэкспериментировать. Ну, и мне это очень нравится, звісно. Я когда сильно скучно, коли просто потрібні портрети 10 чоловік, я просто не можу. Я все одно щось потім. Мені головне, як кайфанути цього процесу. До речі, знаєш, що я помітила останні роки, навіть коли з'явилися телефони, у яких камера там ого-го, все ж таки люди все частіше почали звертатися до професійних фотографів за фотосесіями. З чим ти це пов'язуєш? Ну, во-первых ну не знаю наверное и качество и фотография тарас а во-вторых ты же на айфоне сможешь использовать например профессиональные фотосппышки фотостудии это один из факторов я так думаю ну и э, по по Скажем так, нужно уметь все равно подобрать правильный ракурс, кадрирование, все в совокупности, все равно это должен делать профессионал. И, кстати, я даже провожу такие небольшие мастер-классы по фотографии на телефон, но это больше там я учу креативить. Щоб були ні класні фотографії, доволі інтересне м'яєслікції. Кстати, сі Вот. І я скажу, що сьогодні у гостях у Києвінтерактів Тетяна Бонзило. Я думаю, знайти у соціальних мережах тебе без проблем. Да, да. можете погуглити за одної фотографії, побачити хороший фотограф, поганий фотограф. Як відрізнити, коли ти вперше звертаєшся, і це не порада твого друга, який вже сходив, а ось так випадково там рандомно, просто побачив десь. Я не могу сказать хороший, нехороший. Есть разные вкусы просто у людей. Каждый человек, который ищет себе фотографа, во-первых, он должен посмотреть его портфолио. То есть зайти на страничку. Во-вторых... Самое тоже немаловажное, даже если тебе нравится его фотографии, работа этого человека, вы обязательно должны пообщаться, найти общее, э, если тебе комфортно с человеком, у вас получится все круто. Но если человек тебе не зашел, это тоже такое бывает, это нормально. И для кого-то он может быть очень плохим фотографом, так, у, у, у кому то такое вот не заходит. Это такое дело вкуса, они о них не спорят. У каждого свое видение, и тут судить вообще, мне кажется, не стоит. То есть человек, заказчик да, ищет себе конкретно под себя, просит рекомендации, если нужно, в Google, фотограф Киев там, или где-то еще. Все, и смотрит на фотографии, смотрит, как человек работает, смотрит сторисы, допустим. Я тоже рекомендую смотреть сторисы, бэкстейджи какие, как проходят вообще в человека, да, как он себя ведет с клиентом, потому что есть же разные. Я слышала вообще, что есть некоторые очень грубо там относятся, ли это у них такая фишка, например, да, я, например, эту фишку не понимаю, у меня все время... я на голове там стою на своих съемках вот, лишь бы какой-то я ухожу в свою работу я вообще не понимаю но ну, абстрагируясь от всего слушая музыку у меня есть мой э, человек которого должна отфотографировать вот и делаю это так вот ну как Абстрагіруюся від всього, у мене других мислень. Звісно, я не можу не запитати якихось порад тим, хто фотографує і селфі, тих, хто і фотографує на телефон. Я розумію, що ми не можемо цього там показати не можемо влаштувати тут великий майстер-клас, але ви можете піти до Тетяни на майстер-клас, і вона вас виставить, да. покаже, що куди. Є якісь певні правила. От є люди: ні, ну я не знаю, як ти робиш ці селфі. У мене нічого не виходить. Правило гарного селфі є. Ну, во-первых, опять-таки же говорю, если ты себе нравишься фото, ну, вообще в зеркале, ты уже, это уже 50% того, что тебе понравится фотография, ну, то есть у тебя нормальный макияж, потому что если я утром встала и еще вечером напилась воды, например, да, и у меня там опухло все. Ну, да ладно, я вот таких я дивлюсь и тиктокерев, то мне здаётся, что они они 24 Там же куча фильтров и так далее. Чтобы без фильтров, смотрите, очень круто, конечно же, это освещение, ребят. Но это уже ни для, ни для кого не секрет. Даже многие себе покупают специальные вот эти круглые лампы, бьюти-лампы, для того, чтобы делать какие-то фоточки. И не обязательно, ну, просто люди себе обычно покупают, чтобы делать какие-то селфи. Выходите на балкончик утречком, напротив солнышка становитесь, если вы хотите просто на какой-то свет, Если вы хотите какую-то глубокую фотографию, какую-то необычную, становитесь напротив солнышка, будет у вас контровой свет. Или там, например, Три четверти повернитесь к кошку, будет вам э, такой более объемный свет. То есть смотрите, экспериментируйте, поворачивайте, делайте, например, несколько вариантов, посмотрите, где вам свет нравится. Потом по ракурсу э, то, что, И запомните, то, что ближе к камере большое, то, что дальше маленькое. От этого, отталкиваясь от этого правила, понимаете, что увеличивается в кадре, а что э, уменьшается. И тоже вот ракурсы пробуйте, у всех разный, всех разный типаж лица. И поэтому всем разные ракурсы подходят и я это уже на автоматически э, понимаю и ну когда человека снимаю да а вы это можете у себя вот близко сильно камеру тоже плохо подносить к лицу как правило и вид стане камера будет, будто на вытянутую нас, руку нас вообще учили... да с а. да, я... а, э, горы снизу ну это уже зависит от э, типажа лица, но вообще снизу вообще не рекомендую, потому что это подбородки, это широкие сразу э, э, скулы получаются и так далее. Вообще, если портрет делается, главное, ровно. Вот это вот самое правильное. Это... Не если... завалить горизонт. Э, да, да. Ну, горизон... Но я, это, если это вам правильный такой нужен а вообще я за то, что сделать что-то необычное, наоборот, там вот, ну, как-нибудь там с волосами поиграть, ну, что-то такое необычное, какой-то цветочек подставьте, через что-то сделать селфи, например, да, ну, то есть прием. Чем включит. больше креатива вы туда включите, тем крутее ну, что-то интересное, да, или какой-то лучик солнца поймать, да, чтобы это было красиво так, ну, то есть, ну, Коли тебе фотографують, дуже часто я чую, коли кажуть: зроби мені довгі ноги, або зроби мене худішою. Є якісь прийоми? Ну, звісно, є. Це, во-первых, залежить від э, того. объектива, на который ты фотографируешь? ему телефон. Телефон, хорошо. Это просто должен быть нижний ракурс, но не без фанатизма, скажем так, потому что бывает нижний ракурс такой, что ноги огромные, а потом человека там почти не видно. Теперь я понимаю, почему фотки, которые делает мой сын, у меня выходят наикращие. А, потому он да. за да, Нижний ракурс по диагонали все выставляет ножку за ножку, носочек тянется І ви собі вже візуально удлиняєте euh, ваш силует. Отже, і якщо ми говоримо про те, наскільки ми подобаємося собі після фотосесії, що насправді робити після фотосесії, коли ми вже отримали ці фотографії, і тепер наша реальність не співпадає з тим, що, виявляється, ми набагато краще. Приходили, потім зробіть мене завжди такою. нет почему я например вообще отдаю без обработки фотографий mm -hmm. ну, то, то, я... без... без ретуши Без ретуши я отдаю uh -huh. фотографии вообще у меня раньше было по-другому немножко сейчас я уже где-то два года практикую такое я отдаю фотографии без а я их просто отбираю делаю легкую цветокоррекцию если это нужно вообще иногда это не нужно стараюсь во время съемки сделать все так чтобы по свету было круто чтобы лицо хорошо ну в общем я отдаю эти все фотографии человек он тот же без всяких коррекции, без ничего. Он просто видит, что это он, просто классно сфотографирован, да. А потом уже определенное количество фотографий мы ретушируем. Но я ретуширую, если вы зайдете ко мне на профиль, посмотрите, я, если ретуширую, то очень м, аккуратно. Это если явно выражено какие-то есть там, ну, что-то убрать там нужно или там подкорректировать слегка. Я не изменяю лицо. Я считаю, что вообще это каждый человек, это индивидуальность. Мне это все нравится в каждом человеке что они все разные. Вот. И я, наоборот, бы хотела подчеркнуть эту индивидуальность каждого человека и ни в коем случае не изменить его внешний вид. Вот Немножечко почистить кожу, это можно, особенно девочка. Мальчики вообще никогда у меня... Вообще-то, очень в редких случаях меня Шасливые дают на Счастливые люди! Я в гримерце тоже бачу, как за 10 минут они претворяются <laughs> на прекрасных принцев, а нам доводится годинами сидеть у кризли гримера. Ну да, нам на нас больше идет косметики, конечно, Тут ні по споріс, ну зато красиві, <свісно> в красиві, і на завершення нашої розмови. б ти побажала тим, хто вперше буде вибирати собі фотографа? Або особисто для мене вибір фотографа це як вибір стоматолога, гінеколога і ще якогось близького лікаря, з яким ти будеш контактувати дуже близько. Ну, я, наверное, повторюсь просто в том плане, что я рекомендую, естественно, проанализировать, посмотреть. Не смотрите на, на количество подписчиков, ребята. Это все не, э, не говорит так сильно о человеке, о фотографе, о его профессионализме. Смотрите на качество работ, смотрите, возможно, на отзывы. Опять рекомендую бэкстейджи смотреть. И Пообщаться с человеком желательно, э, не только в переписке, возможно, лучше созвониться, посмотреть а вообще энергетику человека. И, э, ну и все, и вы поймете, ваш этот человек или нет, и все. И... и... Идите на солоджики. И наслаждайтесь, и не думайте, это же фотосессия, это не операция, это не вырывание зуба или еще что-то. Это кайф, это класс, и вам там помогут, и ни одного фотографа я не знаю, который бы не хотел сделать крутые фотографии, потому что с этой мыслью идите, фотографируйтесь, и это вообще круто. И вообще рекомендую еще распечатать несколько фотографий, потому что, ну, все в электронном виде. У меня вот несколько лет назад сгорел просто диск, там несколько гигабайт было фотографии и я просто Понимаю, что нету этих фотографий, всё, а были просто а те, что много лет назад, когда ещё маленькие были, да, есть распечатаны. Поэтому рекомендую печатать периодически особенно семейные фотографии. Ну, а ещё, если вы инстаблогеры, зверніться до професійного фотографа для того, чтобы він наповнив ваш Instagram. Я знаю, зараз інстаблогери да. влаштовують собі цілі прогулянки з фотографом за да, да, да. для того, щоб їхній профіль був красивим. Да, ми э, контент-план розглядаємо, і делаємо по контент-плану всі зйомки. Ф... І все супер, і ви наповняєте професіональними фотографіями. Я дякую за розмову, дякую за поради. Я нагадаю нашим слухачам, Київ 98. Нагадаю нашим глядачам нашого youtube каналу, куди ви підписуєтеся. Знаєте, там підписатися, і має у вас не світитися той дзвіночок. Лайки. Ну в. в... Ми все це любимо. Звати мене Світлана Василенко. Тетяна Бунзило сьогодні у нас у гостях. І ми сьогодні говорили про те, як мати дуже гарний вигляд на фотографіях, як вибрати фотографа для себе. Почуємося, побачимося. Залишайтеся з нами. Ну і не забувайте про те, що ви також можете писати коментарі і писати нам на Viber 098 009 98 98. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.